What is happiness for you? Пирог. Готовим грибное ассорти, напоминающее по внешнему виду морепродукт, то есть кальмар. Для того, чтобы грибное ассорти было похоже на морепродукты, делаем нарезку разными способами. Кружочки и вот такие волокна. Очень красиво выглядит вешенка при добавлении в салат. Но для салата я рекомендую нарезать ее следующим способом. Вот шапочка вдоль пластинок. Нарезать следующим образом. Если вот такие штуки добавить в любой салат,
то многие люди будут долго удивляться и не понимать, что они на самом деле едят. Итак, продолжаем нарезать грибы. Замерз гриб в холодильнике. Видно, температура тут была завышенная. Ну, это никак не повлияет на качество продукта. Ну и королевской вешенкой употребляемо все. Даже вот такой вот мицелий, из которого должны были грибы, он тоже съедобный. Лучше всего грибы жарить на оливковом масле, для того, чтобы полностью прочувствовать именно грибной вкус. Для жарки будем использовать хорошую такую сковородку. Наливаем масло. И хорошо его разогреваем. Сегодня у нас главным героем кулинарного шоу является королевская вешенка, поэтому я вообще не лезу в кадр, как обычно, для шоу. Сегодня главный это все не я. Итак, от момента засыпания до момента подачи на тарелку должно пройти не более 20 минут. Сначала грибы должны пустить сок. Для этого на некоторое время накрываем крышкой, пока они не упарятся. Лука очень мало, но лук только подчеркнет вкус грибов. Но очень небольшая луковица на такой объем, или такой объем грибов. И дальше упариваем.
Жаль только, что не слышно запаха. Видно, но запаха, к сожалению, не слышно. Пахнет очень сильно. Сильно пахнет грибами. Итак, прошло ровно 10 минут. За 20 минут грибы должны быть готовы, должны быть выложены на тарелку. Солить в процессе грибы нужно, чтобы соль равномерно распределилась в ткани. Они будут однородными и вкусными. Так что соль добавляем в процессе приготовления. И еще можно немножко накрыть. Готовим на огне выше среднего. То есть, можно сказать, на большом огне. Ну, уже можно, в принципе, снимать пробу. Да, это то. Класс, просто класс. Чуть соли. Это что-то. Да, но вкус у этой вешенки, королевской в данном случае, это что-то неимоверное. Это всплеск эмоций консистенции,
этого вкуса. Вот в этом способе, как вы видите, к вешенке, к грибам не добавлялась ни одна специя. Ни одна, кроме немножечко лука и соли. Только так можно ощутить действительно натуральный вкус грибов. Вкус у них очень нежный. Любое вмешательство извне в этот вкус, любыми приправами, зеленью и всем остальным, оно будет играть только в том, что мы так никогда и не узнаем, каковы же грибы на самом деле на вкус. Сами по себе, без ничего. Без курицы, без картошки, без каких-либо других добавок, гарниров там и так дальше. И бульона. Вот какие грибы просто сами по себе на вкус. И вот этот случай, вот таким способом их нужно готовить. Ну еще немножко. Сами вот эти ножки, они готовятся немного долго. Сама структура плотная, и тут надо немножко подождать. Ну а в основном уже грибы приготовлены почти.